Итак, значит, вот такие вот анимации я тут понаделал. Сейчас вот посмотрим. Так, мэш. Так, это у нас что, камера? 0 на нампаде, Shift F погуляем немножко, посмотрим, где наш главный герой. Чуть-чуть ускорим, чуть-чуть отбежим. Так, ну вот такая будет картинка. Так, такой будет облет. Вид можно вот так вот показывать, да? Так. Хорошо бы, конечно, тут почву сделать. И, значит, что делаем? Выбираем вот эту, значит, локацию и заходим в Edit Mode. Так. И вот тут видите, опять же, какие полигоны. Давайте порежем все это, значит, К. Так, ну вот так, как бы обойдем все это дело. Enter. Теперь, значит, английское К выберем. Так, откуда? Выберем вот этот участок. И сделаем Enter. Так, вот нам нужен этот полигон будет теперь. Переключаемся на полигоны и выберем вот этот полигон и вот этот. Ага. Тут что-то, как говорится, пошло не так. Так, а ну-ка, английское К. И Enter. Так, погнали. Опять же выбираем этот полигон и этот. И попробуем его опустить. И вот как у нас все это дело опускается, да? Ну, в принципе, что? Он опустился. Земля у нас есть. Нам теперь нужно что? Просто дорезать вот этот участок и подтянуть эти полигоны. Давайте этим попробуем занять. Ух, ё, какая яма тут. Ну, давайте. Значит, английская К. Так, как бы это все дело по-хорошему обыграть, да? Так, это Enter. Переключаемся на вершины. И попробуем сейчас вот эти вершины поднять. Так, не эти, вот это. И заполним вот эту вот всю снеготень, да? Так, это вот сюда. Этот полигон тянем прям под нашу вот эту вот штукенцию. Это значит чуть-чуть припускаем. Сейчас еще тут видно где-то дорезать придется. Подтягиваем полигоны поближе. Так, что у нас тут? Так, не то, вот он, да? Угу. Так, тогда поднимается внизу. Тогда опять английская К и попробуем вот так порезать. Так, значит, этот полигон тянем G как бы сюда. Так, этот тянем сюда. Так, а тут что есть? А тут не шиша, как у латыша, да? Значит, вот эти два полигона потихоньку G и сюда подтянем. Так, а ну-ка. Вот такие трудности, значит, бывают со скачанной локацией.
Так, и вот эти вот вершинки. Поднимаем, значит, повыше. Так, а тут что-то она опять опустилась. А ну-ка. Так, ну вот пока места, да? Теперь что можно сделать? Так, а ну-ка, цен. Не залазим на какие-то, значит, камни. Так, а ну-ка, цен. Тут, ну, небольшой будет, наверное, внешний вид, да, такой. Так, а ну-ка выберем Ctrl-Z. Так, выберем полигоны. И, наверное, на полигонах попробуем порисовать. Ну, вот как бы так бы. Так, добавим полигруппу и, значит, применим ее, да? Так, добавим еще группу New Season, тоже ее применим. Зайдем в шейдинги, добавим Add текстура, Image текстуры. Значит, что у нас тут? Open. Десктоп, я тут что-то накачал, да? Вот это вот, наверное, пойдет. А ну-ка. Ну, как бы... Ну, развертка она, конечно, но цвет вроде бы пойдет. Но лучше вот такой вот земляной, да? Тогда open, находим... Получится, не получится. Где эта вся шняга? Так, это, да. Так, вот так тогда мы ее. Так, смотрим, что получилось. Ну что, в принципе, не так все плохо, но, конечно, надо тогда всю заменять, вот эту вот, чтобы и горы, и, короче, нужно все это дело самому, наверное, делать, полностью ландшафт. Ну, давайте еще что попробуем. Так. Так, ага. Так, семерка на нампаде. Выберем какой-нибудь цвет. Это кидаем. Ну, давайте вот этот. Сделаем скриншот. И тогда подставим, значит, на вот эту яму. Вот на это. А, конечно, яма нормальная. Вон там камень, видать. Ну, чуть-чуть потекло. Это я растягивал тут. Так, шейдинг. И, значит, что... Ну, попробуем этот цвет ей тогда вставить, пиндючить. Посмотрим. Ну, как бы нет. Как бы плохо, да? Как бы не то. Значит, нужно делать место ему, где будет... Где будет, значит, ему нормально. Так.
Вот это все надо закрасить, затекстурить по новой. Ну, такие крупные полигоны. Ну, попробую какой-нибудь кусок вырежу и переделаю потом. Так, ну давайте посмотрим, что вообще происходит. Так, значит, вот этому гражданину нужно скульпт. И вот этот полигон. Так, давайте вот так попробуем. Может он... Так. Не хочет он убираться, дюжить. Вот, гаденыш. Это где-то он, где-то там вершина сидит. Угу. Ну вот уже мешает. Так, а ну-ка, если object mode. Ну, в принципе, если вот этот сейчас полигон, зайдем в edit mode, выберем вот этот полигон, тогда это минус, так, материал плюс new precision. И добавим тогда обманку на него, да. Так, это тогда текстура, image texture и так далее. Open. И находим вот эту так, что там получилось, вон эту штуку, да, и заходим в UV и пробуем английское an. Ой-ой-ой, какая она маленькая по сравнению с нашей G-текстурой. Так, и что там получилось? Ну, нормально. О, там другой цвет, прям копает. Ну, если мастерса на себя положить, короче, YouTube не пропустит похороны, пацаны, девчонки. Так что в группе, может, потом сделаю, выложу, как он его закапывает. Конечно, хорошо, чтобы тут все головы склонили, как эти Остров Сокровищ, да? Такие, типа, раз, поплакали. Ну, можно обыграть сцену. Давайте посмотрим, как он вообще копает. Так. Давай, покажись, как ты копаешь. Ну, в принципе, подшлифовать его еще чуть-чуть, и, в принципе, будет хорошо копать. Так, вот здесь я прозевал этакий момент. А ну-ка. Вот. Вот он, вот этот момент, где нужно, значит, R-ключицу приподнять. Тогда здесь ее нужно удалить. И здесь ее тоже нужно удалить. Так, тут тогда ее нужно и английское прописать. И пошла, пошла, пошла. Так, давай, братан, может это все еще ускорить. Ну вот, поэкспериментирую. 160. 160 это получается 5. А, это получается 4. 5, 6. Не, немного. Это получается 6,5 секунд он копает. В принципе, нормально. Можно, конечно, еще ускорить. Было бы зашибись. Так, Object Mode. Где она тут, стрельба? Никак я этот выстрел не удалю. Так. Сохраняю это дело. Файл сейф. И давайте сейчас посмотрим еще одну анимацию. Да? Ну, в принципе, давайте я сюда... А ну-ка, сейчас посмотрю. Она там с ямой. Держит коня, Рик копает. А ну-ка, вот копает. Так, это солдат копает. Так, финт миссинг. Находим яму. Кстати, эта яма будет в группе. Ну, кто тут
чуть-чуть по-первобытному. Ну, в принципе, что, тоже яма неплохая, да? В принципе, гражданин старается очень, а ну-ка. Так, ну вот это вот миксамовская, значит, а ну-ка. Тоже тут выстрел, надо его ликвидировать. Это вот миксамовская, значит, анимация. И через ее передел я сделал ту анимацию. Сэкономил время. Ну, как сэкономил? С лопатой намучился, конечно. Привязать ее привязываешь, тут вообще такая галиматья получается, что проще самому это все дело, значит, прописать. Но анимация вот эта несложная. Что тут? Таз перекручивается, делается поза, рывок, напряг и, в принципе, выкид. Ну, такая штука. Лопата немножко пляшет, потому что нужно лопату прописывать, ну как, эту анимацию самому. Если привязываешь, значит, эту косточку к руке, ну, можно к одной руке просто лопату привязать без кости. Тогда она плясать не будет, но это, кому интересно, будет потом ролики. И там разберем, короче, как привязывается, значит, поводок, как привязывается лопата, какие, значит, косяки бывают и так далее. В принципе, для анимации так с дальнего плана. Все, закапывает он богатыря, значит, нашего, и становится сам шерифом. Ну, это по сценарию, да? Так, ну вот этот вариант, он ему, значит, копает. Мне как-то больше, да? Ну, закапывать его по любасу тоже надо. Солдат там есть, там еще кто-то. Ну, такая вот штука тень. Хоп, хоп, хоп. И цвет мне вот этот нравится, почвы. Можно его там чуть-чуть еще покрутить, поэкспериментировать. Но, в принципе, нормально такой, с камнями обожженными. Вот. В принципе, все зашибись. Так, ну вот такой обзорник, значит, на вот этого персонажа. Как яму делать, я думаю, вам не надо это все дело показывать. Тут просто выемка, сверху сферы и наложена текстура. Можно раскрасить ZBrush поверху. Ну вот еще одна заготовка, но это уже с лопатами. Еще возможно сделаю заготовку, где он как бы берет лопату, да, вот тут вот еще один как бы косячок, да. Давайте зайдем в Edit Mode. Так, зайдем в Post Mode. Так, а ну-ка, и что ты тут? R, плечо, I. Так, это предыдущая Delete. И последующее delete. Ну вот уже в пинжаке как бы получше это все дело. Да, надо, наверное, ускорить этого персонажа. Ну, в принципе, 6,5 секунд. Но это немного. Пока он ее воткнул туда-сюда, нормально, 6 секунд. Ну вот ускоренная как-то, раз, вот он копает там великолепно, быстро, оп-оп-оп. Надо ж ехать, что тут задерживаться-то. Ну, как бы так бы. Тут бы еще руку вот эту довести, а ну-ка. Давайте попробуем. Если доводим, значит, руку кверху, то тогда нужно переписывать и лопату кверху, да? Ну, давайте и лопату перепишем. Оп. А, и переписка. Вот так лучше. О, как бы с динамикой, да? Так, ну вот такая штука. Вот такая информация. Единственное, что нужно теперь каньон какой-то найти, вот эту яму,
как бы вписать в эту картинку, чтобы это все дело красиво смотрелось. И тогда все будет заедрись. Файл сейф. Один закапывает, значит, вариант, и один вариант он выкапывает. Вот так. Ну, смотреться будет, если вот так. Так, 0 на нампаде, допустим. Убираем камеру, ставим к камере. Ну, давайте 5000 метров. О, маловато. А ну-ка, если 7000 метров. А, без разницы. Так, Shift F. И как бы вот облет. Там еще небо будет или ночное, и вот как будто он там будет копать, и вот так вот будет облетать его камера. Он будет шикардос, но нужно вот именно найти вот этот каньон, который более-менее будет подходить для этих дел. У меня там есть какой-то, где я негра сажал у костра. Может, еще тот попробую. Но вот это все дело можно будет скачать в группе. Вот так вот. Так, давайте на главную что-нибудь я такая симпатюшная засобачим. Так, и посмотрим, где он. Так, это что-то он не ахти. Так, а может сверху взять его? Так, 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 так. Ну да, вот так уже будет как бы симпатюшный. Так, ну и сделаем рендер. Рендер image. Смотрим, что получится. Свет не выставлен. Печально, да? Ну тогда мой любимый, что скриншоты. Потом тогда свет выставится, и тогда будет все замечательно. Вот такая инфа. Все, всем пока, до свидания.